Всем привет, друзья! Ну что, я вам не надоел еще? Но если не надоел, то продолжаем дневник бройлера Рост 308. Сегодня день 18. Продолжаем взвешивать щеплят, следить за их состоянием, кормление, поение, условия содержания. Состояние. Начнем с состояния. Состояние цыплят отличное, отменное, все веселые, здоровые, толстые, румяные. Пьют, едят, кушают, набирают вес. Пьют они у меня воду с пробиотиком, едят они у меня ПК-5 богдановического комбикормового завода. Вот с этой кормушки еще почему-то не научились они кушать. Может, повыше ее поднять, чтобы им было удобнее доставать. А едят вон с той, с бункерной кормушки. Итак, давайте взвешаем наших контрольных цыплят и перейдем потом другим цыплятам, поговорим о них. Вот с этими цыплятами все отлично, все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Никаких изменений. Все живы, все здоровы, все бодрые, румяные, скачут, прыгают, бегают и так далее. Так, следующий у нас. Кто у нас цыпленок? Вот наш цыпленочек. О, он уже у меня вообще ни в руку-то не помещается. Как неудобно-то. Так, давайте так вот. Вес 0. Встаем. Скоро на весы будет не попадать. 613 грамм. Вес 613 грамм. Итак, вчера был 542 грамма. Плюс 613. Набор. Что это получается, набор? 542, 60, 70 грамм. 613 грамм. Блин, поставить. 613. Отлично. 70 грамм. С каждым днем набор все больше идет. Уже не 50, не 60, а целых 70. Куда побежал? Он уже знает, что его ловить будут. Вот. Наш отстающий цыпленок 323 грамма. Весил 270. Во, отлично. Вес пошел, 50 грамм. Так, надо вот сюда сделать, что ли. 323. Потом перепишу. Это маленький. 50 грамм набор. Ничего себе, хорошо ты сразу, дружок, прибавил. Видать, все у тебя хорошо с пищеварением наладилось. И ты начал набирать вес. Консистенция помета отличная. Никаких жидких испражнений. Хорошие коралечки с белым шапочками на конце. Ну, вообще нормально, супер. Но сегодня еще я чистить не буду. Наверное, завтра почищу, чтобы хоть немного накопилось. А кто совсем помалу чистит, тоже нехорошо. Тут у нас тоже все отлично, цыплята также растут. Взвешивать я не буду, потому что, ну что, 10 раз одно и то же взвешивать. Уже занимаемся первой нашей партией, контролируем ее. А эти цыплята все нормально, все живы, здоровы. Вот видите, как развалился и спит. Никаких явных призраков нету. Вроде все кушают, все пьют. Отличный помет, съедает почти по две вот этих кормушки за полдня. Ну, то есть от кормления до кормления утром насыпал полные, оставалось уже совсем немножко, и все. Пьют они у нас также воду с чектоником, едят ПК-2, тоже богданович. Вот, постоял, высрался и хорошо. Так, а что же у нас происходит среди наших отсаженных? Ну, тоже все как бы отлично, никаких изменений нет. Ни в худшую, ни в лучшую, можно сказать, сторону. Ну, выглядят они так бодро достаточно. Глаза ясные. Едят хорошо, вот съели за день практически вот эту целую баночку. Цыпленок, который вниз головой, так и гуляет у нас вниз головой.
у него мир перевернулся, и он как бы вроде неплохо себя чувствует. Просто ему не очень удобно, но кушает, пьет вполне нормально, когда восстановит голову на место. Все сразу клюет, сразу пьет. Индюшонок тоже ходит, вроде ничего такого. Немного сонный какой-то, ну, не знаю, думаю, все нормально будет. Ну, на этом все, друзья, заканчиваем обзор день 18 дневника бройлера Рост 308. Выпою еще сутки сегодня и завтра, да, и завтра сутки еще байтрилом, и уже пересажу их обратно в клетку с основным стадом. Вот на этом я с вами, друзья, прощаюсь. Подписываемся на канал. Заходите завтра, смотрите новости с Зауральского подворья, дневник бройлера Рост 308. Всем пока-пока, друзья.